Депутаты Новошахтинской городской думы собрались на последнее заседание. Срок полномочий 7-го созыва завершился. За 5 лет проделана большая работа. Также на заключительном заседании присутствовал председатель комитета законодательного собрания Ростовской области по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку Александр Сергеевич Косачев. В повестку дня внесли вопросы, требующие оперативного решения. Внесение изменений в отдельные документы и положения, заслушали отчет о работе отдела внутренних дел. Заместитель главы администрации по вопросам экономики Марина Владимировна Ермаченко рассказала об изменениях, внесенных в стратегию социально-экономического развития города на период до 2030 года. Позади 5 лет работы. Надо отметить, что этот состав Думы оказался самым работоспособным и самым сплоченным. Работали как одна команда. Я очень благодарен за эти 5 лет. Вы замечательно поработали. Наверное, самый такой работоспособный коллектив, который выдержал все нагрузки, а нагрузки были очень большие. Вас коснулась коронавирусная инфекция 2 года. Мы с вами вот 1,5 года уже в специальной военной операции. Это тоже тяжелая, очень сложная как бы работа, которая нам с вами и которой мы с вами занимаемся постоянно. И вновь благодарственные письма за плодотворную работу. Отметили нашу телекомпанию за патриотическое воспитание молодежи. Приятно. А вот новый состав городской думы нам предстоит избрать в сентябре. Очень хочется, чтобы жители города выбрали самых достойных кандидатов.